Жилье в Беларуси станет доступнее. Об этом сегодня рассказал вице-премьер Владимир Кухарев на коллегии Минскстроя архитектуры. Здесь подвели итоги 2019 и поставили новые задачи для отрасли. Так уже в этом году должна заработать ипотека на жилье. Проект указа в ближайшее время будет внесен на рассмотрение главе государства. Еще одно новшество – квартиры с малой площадью. Пилотный дом сдали в Брестской области. К примеру, трешка занимает там 53 квадратных метра. Жилье пользуется большим спросом, однако это не финальное решение. Сейчас ведется разработка типовых проектов. Кроме того, продолжается комплексная застройка городов-спутников столицы. В этом году сделают упор на Рудинский, развитие социальной инфраструктуры Смолевичей. Мы акцентировали внимание на Смолевича. Там был построен пилотный дом. Сейчас он в мае будет завершен строительством. В том числе там и порядка 30 многодетных семей принимают участие. Разрешено всем нуждающимся, независимо от времени постановки на учет, подавать документы на строительство. Сейчас, в этом году, мы планируем порядка 12 домов будет в строительстве в двух микрорайонах Смолевич. Также начато строительство детского сада, школы. В этом году начнем поликлинику. Особое внимание и поддержки многодетных. В этом году для них ведут 10,5 тысяч квартир, а направят на строительство 15,5 тысяч семей. А значит, с 2021 года очередь на жилье для такой категории граждан будет не больше года. Это требование главы государства.